Классический кнопочный телефон с камерой и поддержкой карт памяти. Сегодня распакуем мобильный телефон Panasonic TU150. Комплект поставки помимо самого телефона включает адаптер для зарядки, зарядный кабель, аккумулятор и документацию. Телефон выполнен в пластиковом корпусе прямоугольной формы. На передней стороне расположились физические кнопки управления, над которыми находится экран с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320 на 240 пикселей. На задней стороне вынесена основная и единственная фотокамера с разрешающей способностью в 0,1 мегапикселя. Максимальное разрешение на фотографиях 640 на 480 пикселей. Без установки карты памяти сохранять фотографии или другие медиа нельзя. Под камерой находится кнопка вызова экстренной помощи, а на боковых гранях расположились кнопки регулировки громкости, кнопка включения фонарика, разъем мини-джек для наушников и разъем микро-USB для зарядки. Задняя крышка снимается, а внутрь устанавливается комплектный аккумулятор. Здесь же находятся слоты для двух сим-карт и карточки памяти microSD с максимальной емкостью до 32 гигабайт. За автономную работу отвечает аккумулятор на 1400 мАч. Время работы достигает 7 часов в режиме разговора или до 700 часов работы в режиме ожидания. Подведем итоги. Данный сотовый телефон – базовое устройство. Его можно подарить пожилым родственникам, которые уже не хотят или не могут разбираться с новыми смартфонами. Он легко проживет несколько дней без зарядки и даже позволит делать фотографии. We'll be right back.